19 гектаров чистой природы. Парк имени Героя Советского Союза Дармы Жанаева по праву одна из самых крупных зон отдыха в нашем городе. Но не секрет, что в последнее время он дышал на ладан. Теперь же новые тротуары, фонтан, сцена – не сказка, а быль. Все возможно, когда жители и власти города действуют сообща. В рамках партийного проекта «Городская среда» в парке имени Героя Советского Союза Жанаева запланированы большие работы. Конечно же, мы говорим о освещении, о спортивных и детских площадках, о благоустройстве именно территории. Ну, конечно, здесь такой зеленый парк, но будут дополнительно заложены средства именно на озеленение парка. На ремонт парка уйдет 43 миллиона рублей. Это треть всех денег, выделенных на город в рамках программы. К слову, парк выбрали сами улан-удэнцы. В интернет-голосовании на благоустройство общественной территории за него отдали свои голоса 14 тысяч человек. И это больше всего вот меня радует как жителя, потому что я вырос в этом парке, я там принимал пионерскую присягу, комсомольскую. То есть это всегда было местом такого духовного, патриотического воспитания молодежи. Парк в этом году благоустроит один, а вот придомовых территорий целых 74. Двор по улице Чкалова 17 и 19 – один из них. В тесном кругу жители, администрация района и управляющая компания согласовывают дизайн. Вот смотрите, вот это расстояние, это которое было, да? А вот это которое будет. То есть в два раза шире будет. Ну вот потому что две машины другой раз не могут съехать. Да. И в рамках этого финансирования будут проведены работы по асфальтированию проездов. И также дополнительные работы – это установка урн. Это что касается федерального бюджета. Дополнительно жители приняли решение, что за счет управляющей компании, за счет своих средств, они будут устанавливать дополнительные ограждения, чтобы в рамках безопасности ограничить проезд автомобилей к детским площадкам. По плану все работы город должен будет завершить к холодам. Ориентировочная дата – 1 ноября. Ксения Шабаева, Жаргал Цариндашиев, новости дня. Я не знаю, если мы отделяем...